привет! Баба Вера, как всегда, с вами. Ну что, ребята, наконец-то мы встретились. Или как? Здесь мне скинули «Посмотри, да посмотри, раз окошко», название клипа. Конечно, название, я всегда ими восхищаюсь. Кошка там, мотылек, пчела такие. Ну и тут читаю кошка. Думала смотреть, не смотреть, но такое название. Я кошечек люблю, так что просто отпад названия. Ну и что будем делать? Давайте посмотрим кошечку или послушаем. Посмотрим, наверное, клип. Ну что, дорогие мои, поехали. Кто с них кошечка, вопрос. В тебе много похоти, похоти, красота. Парни погибают до твоего каблука. Но ты словно кошка, сама по себе. Ночью на руках, а по утру закроешь дверь. В тебе много похоти, похоти, красота. Парни погибают до твоего каблука. Но ты словно кошка, сама по себе. Ночью на руках, а по утру закроешь дверь. Ты дикая, дикая, я дякую, дякую за яркую красоту. Я так не могу, дай мне просто насладиться полностью тобой. После клуба ночью увезу тебя домой. Верный запах сигарет, я почти уже раздет. Дрожь в ногах от этих танцев, ты души мои косы. От софита мокрый глаз, тени повторяют нас. Нужно стянешь ты белье, а хочу тебя. Ты кошечка. Красота, парни погибают от твоего каблука. Но ты словно кошка, сама по себе. Ночью на руках, а по утру закроешь дверь. В тебе много похоти, похоти, красота. Парни погибают от твоего каблука. Но ты словно кошка, сама по себе. Ночью на руках, а по утру закроешь дверь. Твой аромат закружил, одурманила на куражи. Ты откуда такая, скажи? Детка, глубже дыши, да, глубже дыши. Не смотри в мою сторону, не смотри в мою сторону. Будешь мой мне порну, потеряешь голову. Позовешь, не пойду, и до слез доведу. Я устрою войну, за собой уведу. Тебе много похоти, похоти, красота. Парни погибают от твоего каблука. Но ты словно кошка, сама по себе. Ночью на руках и по утру закроешь дверь. В тебе много похоти, похоти, красота. Парни погибают от твоего каблука. Но ты словно кошка, сама по себе. Ночью на руках и по утру закроешь дверь. В тебе много похоти, похоти, красота. Парни погибают от твоего каблука. Но ты словно кошка, сама по себе. Ночью на руках и по утру закроешь дверь. Понравился клип, ставь лайк и подписывайся на канал. Слушай, серьезно, половина просмотров от людей, которые даже не подписаны на канал. Поэтому подписывайся. Обязательно послушай наш новый альбом Pride. Ссылка в описании. Вау! И рекламу посмотрела. Все. Вот так вот послушала. Смысла в этом клипе, по-моему, нет, так что... Здорово не увидела, короче, я. А вот музыка мне очень понравилась. Ну, как знаете, одному текст нравится, другому музыка, третьему исполнение. А мне исполнение нравится, и музыка нравится. Молодцы, ребята. Так что на каждый товар есть свой покупатель. Кому-то что нравится, тот и покупает. Но... Хочу сказать, почему так просмотров мало, я не поняла. Все-таки вот западает. И что это такое? Фанаты, вы где? Ау, подтягиваемся. А тем более кошечка. Название, любители животных. А вы где? Тоже подтягивайтесь, не стесняйтесь. Следующий клип, я думаю... Судя, было насекомые, теперь домашние животные, а дальше какие? Дикие животные идут.
что-нибудь о диких животных будет. Так что подтягивайтесь, не стесняйтесь. А ребята, так сказать, молодцы. Мне очень нравится их работы, так сказать. И очень, я еще до сих пор никак от пчеловода ихнего не отойду. Мед очень люблю просто. Так что, ребята, успеха вам и процветания. Трудитесь. Пока-пока. До новых встреч.